Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості, як завжди, на спортіку. Сьогодні поговоримо про бокс. Діма, як краще, краще завершити поєдинок на твою думку, ударом в щелепу і посадити на п'яту точку або по печінці? Лучше по печені. Ти жалеє становиться або... серйозно? Серйозно, да. А ну я так розумію, що технічно так завершувати поєдинок складніше. Так, решение судей всегда бывает не в твою пользу и отдавать на рассмотрение судей бой, это как-то, особенно если он равный, но это очень, так, так сказать, потом себя будешь винить в этом, поэтому надо стараться заканчивать бой досрочно нокаутом в челюсть или по печени, ну это уже как получится, это бокс, там все что угодно может быть. Ты по печени э, потраплял суперникам своим, чтобы они там проседали? Для... Да, по моей виде... манере ведения боя, у меня такой маленький, в своем весе был такой низенький. Поэтому... Да, да, поэтому мне надо было больше сближаться, поэтому больше ударов были корпус конечно. По корпусу и по голове, ну по голове это больше боковые удары, а так... -так. так... Больше я начинал с корпуса, всегда начинал с корпуса. Давай так, тогда. Как давно ты в боксе? С чего это все началось? С седьмого класса это началось, похода, так сказать. Началось это раньше, началось это секция футбола. Ага. Получил травму, тренер сказал. Родители еще тогда решали, но я маленький был. Или продолжай операция и продолжай спорт. Ну, для мал на таком малом возрасте родители решили, что не. Выбирай вид спорта другой какой-то. Угу. Вот Какой, я думал, пойду на дзюдо. Потом думаю, то не плавание, не знаю. Обарав, обарав, обарав. Выбирал, да. Потом думаю, одноклассники. Открылась сердце бокса, недалеко от школы, от дома. Думаю, пойду, отец занимался тоже, КМС, по боксу. Вот, но он, он меня не заставлял, он, его там ага. вообще не было влияния. По факту. Все думают, что это я. Индаф to be э, платформу для выборов, так? Да, он не влиял, то бишь, что я чисто на бокс пошел. Он не было такого. Я футбол занимался, он не против был, да, ну все хорошо. Ну, вот я пошел на бокс. Единственная мама была против, просто. <рес> ну, мама, мені здається, что взагалі завжди проти, щоб, е, займалися Это, так, против, чтобы сыны займались какими-то единоборствами. Син. Это, по-моему, очень против. Все мамы. Пошел на бокс с одноклассниками. У нас было 5 человек. Ну, как-то и началось прошло полгода, остался только я один. Ага. І вот. как далі я пішов по лісниці, тренувався, на соревнованиях виступав, показував результати, а ребята бросили. Ну, вот как-то я один залишився, навіть было не п'ять, 5, навіть семь человек пішло. Так, зараз, тобто, будемо так говорити, що сьомого класу, і зараз тобі скільки? 31. 31, І ось так багато років тима. Давай тоді про свої результати. Бокси. Я майстер спорту України, победитель Кубка України, победитель турнірів класу А, це там, де більше шести стран в но області презир України по студентам і там потом ну, пошли трами. Не, не ну, немало. Ну, я розумію. Ситуації пошли така. Як ти прийшов до того, що а тепер я буду тренувати? Як це стало твоєю професією вже? Чесно, навіть не я щиро даже не задумувався. Я даже такий вопрос мені так в угу. розпох оставив, поставив. Так. Е, я тоже щиро не думав, почему я начал треніровать. От, оно пошло само, само по себе. От, э... Ну, тому що бути тренером це вже спілкування з людьми. І твої підопічні це і дорослі дядьки, і малі діти, да. і це підхід до них. Ну, Люди, десь... Я ставлю не тільки дядьки. Ось. Ну, ось. Бачиш, як, як так виявилось, що тепер ти тренер. Може, це підзвання, не знаю. Ага. Может, я не знаю, может, я это так и суждено было, я не знаю, в судьбу я не верю, но как-то так... За фахом самый кто ты, можливо... Я закончил институт физкультуры, я закончил тренерский факультет, э, олимпийский профессиональный спорт, потом я закончил магистратуру, то же самое олимпийский, я защитил кандидатскую, я кандидат наук по физическому воспитанию спорту, по той же специальности олимпийский профессиональный спорт, э, тема диссертации у меня там связана с детками. И... Mm -hmm. э... Ось эти знания помогают тебе зараз? Если честно, да, по поводу, особенно помогают, когда я в, во время исследования, когда я писал диссертационное исследование, uh -huh. ну, работу, так сказать, вот, вот это помогает в плане подготовки деток, потому что, ну, я там много чего-то узнал от своего наставника, тоже она мастер спорта международного класса по плаванию, ну, но... Олимпийская ну, подготовка вообще, в общем, она везде одинаковая. Когда идет специальная база, спец... база она одинаковая. Вот для деток, которые начинают там маленькие детки, нужна база. Они технику не воспринимают. Поэтому сейчас новые вения, что сейчас деток отдают 6-5 лет ага. на единоборство, я имею в виду. Ну, за борьбу я согласен. Там развитие там координации, там может быть растяжки, более гибкости. какие-то да, такие зовсим, зовсим поверхностные. Да, такие а штуки, бокс, там. ну, вот, бывает, да, просят меня тренировать там деток, но уже а, осознанности нету для ага. чего это делать. Дети не понимают, зачем надо нанести прямой удар, они понимают, что это такое, удары, а есть удары, ха, да. Смешно. Вот, а вот. Зачем, это? А зачем мне надо смещаться? А зачем мне надо уклоняться? И вот я теперь, как уже науковец, согласен с тем, что боксом, как и в советское время, до США была программа с 11 лет. Более осознанные детки приходят в 11 mm -hmm. лет, 10-11, осознанно, так как и я был так пришел, я в 12 пошел на бокс. Я уже понимал, куда я иду. Я понимал, что это будет вид спорта и так далее. Но веяние современности, что очень это стало очень популярно, э -э единоборство стали очень сейчас набирать популярность. Не только бокс и ММА, там так, и все так. виды спорта, которые ударные, именно единоборство. И родители решили, решают приводить детей, так сказать, для общего развития. Ну, с ними приходится работать. Не спеціалізація, а я з дітками роботу в біді ігри. От. Угу. Брось м'ячик і поймай його. Работа на реакцію. На координацію, так, на рух. Да, да, На розвиття. Е, згадай е, свої перші боксерські рукавички. Що це були? Як вони з'явилися у тебе? Перші рукавички? Атєві подарував, то я пам'ятаю. То були його? Его, в тех, кто он выступал, им уже нельзя было, они ага. с конским волосом, они очень жесткие, ну нельзя, под, под допускам, правилам нельзя. Я помню даже фирму, это была Маца, красные перчатки, десятиунцовые, куда они делись, я не знаю ага. сейчас, но я их запомнил, это мои первые были боксерские перчатки, в которых я на соревнованиях первый выступал. Как, э, расскажи, верно выбирать э, зараз? Сучасних елементах я маю на увазі капу, бинти і рукавички. На що треба звернути увагу? Ну предісні новачку, який ось тільки хоче піти на сексу боксу. Ну прежні всього можна новічку определитися, як він хоче займатися. Либо это вот идет целенаправленно, серьезно, какие-то достигать каких-то целей. Так, будем говорить про такого спортсмена. Который достигает целей. Так, так. Э, ну, надо с точки зрения, это безопасности. Капа, перчатки, бинты, обувь, это твоя личная безопасность. В плане того, что не безопасность от ударов, это уже потом поговорим угу. об этом. А в плане того, что не получить травму. Вот. Э, почему я против того, чтобы тренироваться, например, в кедах? Угу. Можно подвернуть ногу. В боксерках есть специальная обувь боксерка, есть фиксация голени. Так, точно. Вот Сверно. перчатки. Да. Мое мнение: тренироваться нужно в более тяжелых, более плотных перчатках. Это они распределяются на умсы это вес. Угу. Соревновательные перчатки это 10 унций. Сейчас, по новым правилам, в любительском боксе 69 килограмм 12 унций. Вот. Подбирать нужно более тяжелые для того, чтобы, во-первых, не травмировался кулак и более лучшая фиксация кисти. Угу, разумею. Материал ну, для тренировочных, ну, если есть деньги, то можно это за 10 тысяч покупать. Разумею. Ценовая политика разная, фирм очень много. Главное, чтобы было удобно. А бинт. Бинты. Ну, бинты стандартные. Я не признаю, есть такие эластичные, очень сильно, да, боксерские, но они очень сильно тянутся. Я это не признаю, потому что э, если ты не умеешь бинтовать, ну, если ты не профессионально не занимаешься и пришел наедине ага. не умеешь бинтовать, ты можешь перетянуть и потом нарушается кровоостачание, да, и ну травмы опять же быть. Поэтому лучше брать бинты такие, они как тканевые они минимально тянуться должны ценовая политика тоже не надо там говорить там про заоблачные цены так? да там ну цена uh -huh. за средний ценник 200 гривен главное чтобы за ними после тренировки постирать погладить ну я, не, я даже гладил бинты чтобы удобно было так -так -так. приятно на руку это уже моя там фишка кто-то гладит кто-то не гладит но самое главное чтобы был в... выбор удобно Я свою згадав першу капу, я прочитав то також в дитинстві, що треба було її трошечки е, варити, щоб вона зараз так і роблять. Зараз так. І зараз, от у мене якраз вот спомніли, прийшов новенький, і мені яку мені капу? Йому підказав капу. Надо в кипяток. Так я йому не сказав, що його треба варити. И он ее под э, водопроводным кипятком. Она что-то не меняется. Я говорю, а как, как ты? Я под кипятком 40 час держал даже. Засунул в рот, а она не, не меняется. Что мне делать? Я говорю, подожди, стоп, какой кипяток? Я так думаю, а ты ее варил? Не, я под водой водопроводной. Я говорю, нет, надо проварить 3 секунды, 4 и одеть в рот. Да, чтобы она против стала формы. Формы, да. Но выбирать э, вот с капой нюансы есть. Э, слишком, сильно дешевые тоже нельзя брать, потому что чего они делают, дешевый материал это резина. Мы ее одеваем в рот. Какие угу. могут происходить реакции под воздействием слюны? Аллергичнее. Аллергическая быть. может быть и привкус резины. У меня были такие, я поэтому на собственном опыте ага. очень бою, когда она раз, разогревается во рту, привкус резины очень начинает здесь такое тошнить. И, ну, во время Не, боя это очень неприятно. Не до этого. Не было. до этого, да. И поэтому надо выбирать более уже. Ну, На більш сцені більше 200, потому що до 200 йдуть ага. дуже низький качественний силікон, який це ну, здоров'я все-таки. Згадай, будь ласка, бої, які ти дивився, коли був молоденьким, на боях кого ти зростав? Кого ти дивився по ТВ? Тайсон. Ага. Віталій Владимир Кличко, так. Да. Не пропускав? Ні. Ну, мабуть, якусь аналізу. Я бокс не пропускав. Рой ага. Джонс младший. Зараз бої якого спортсмена тобі подобаються найбільше? Е, Вася Ломаченко, ну Усік та наші, поняття, боксери. Mm -hmm. mm -hmm. Плюс заграні опинаються, як всі його там не критикували, Тайсон Ф'юрі, не знаю. Так, розумію. Він такий своєобразний, хоч він там рихлий говорять, він говорив, що він наркоман там, що, що там П є. Є говор... пиво, але да, он. У него есть какая-то. Да, в нем особенно ничего. там особо таких нету, там как у Кличка или у Джошуа. Слухай, ну рухается, Вин фантастический. Вот, я за вот это говорю. Изюмина своя фишка, которая вот и Володя Кличко не мог, и у его не мог победить. Вот сейчас вот решается вопрос: Джошу будет ли любой не будет, там они что-то качели. У них. начались непонятные. Ага. Вот. А у, у кого на твою думку краща техника? У Канелы чи Ломаченко? Ну, так такие это разные весовые категории, так. сравнивать разные весовые, но если помимо весовых, э, Вася более как сказать, он мыслящий боксер, угу. он тактик. Да, техник и тактик. Канела, э, это на мое мнение. Да, да. Кто-то не, согла не согласится, но... Не. но Канело, да, он чувствительный, скорость, но он действует по ситуации больше. Там, да, там есть план, но... Видно когда он импровизует, им, еще, да? он да. больше импровизирует. да. Вот, вот эти разницы. То бишь Ломаченко это доктор, он там, наук, он, грубо говоря, так уже назовем, он там с отцом своим или сам, ну, больше угу. с отцом. Они ставят план на бой и стараются его придерживаться. А там получается, не получается, там шаг влево, шаг вправо, это уже импровизация. А Канело наоборот, там план может быть и минимальный, ну там понятно, что это уже высокий бокс, там есть план, но он больше импровизирует, этим, этим берем но Но Мэйвестера не получилось взять. <coughs> Слухай, ММА, возьмем вот так, промоушен UFC, стали популярнейшим за бокс, чи не? одном период я смотрел по нашему городу, далеко не пойдем, когда вот появилась ММА, очень много ребят рынулось туда. Даже угу. вот. с боксу. Даже с боксом. Угу. Э, в частности, почему? Потому что новый вид спорта, э, конкуренция минимальная, не олимпийский вид спорта. Из-за этого многие пошли туда. Потому что все-таки в боксе конкуренция она очень давно, очень большая. Так как, во-первых, олимпийский вид спорта, во-вторых, бокс очень развит. Все равно он сейчас лучше развит и лучше оплачивается, чем UFC. Боец UFC топовый получает намного меньше, чем топовый боксер. Угу. Ты сам особо что смотришься UFC, например? Конечно, смотрю. Ну, мне интересно. Чью боксерскую технику ты выдвинешь? З... Все критикуют Конора, но он же ж изначально, если меня не изменяет память, он начинал как боксер. Так, так, все верно. Вот и его работа руками добавленная на наложена на технику там смешанных наборств мне нравится но единственное там ну, нюансы есть там по поводу ошибок уходов там от борца и так далее это уже и вот ну, в частности угу. ударная техника рук даже с майвезером когда он боксировал ну, вот, мне нравится вот все остальные бойцы больше борцы так разумеется вот поэтому тот же самый хабиб он пытается что-то бить но он борец так слухай ты Поза рингом, а, когда-нибудь свои навычки боксера застосовывал? Честно, да. Когда восстание, что это была за история? Mm, э, восстание это было относительно недавно. Я стараюсь вообще придерживаться этого мнения за пределами. Лучше вообще не применять, так как это, во-первых, угрожает, может, моему здоровью. Во-первых, потому что это все травмы. Плюс моей там, с юридической точки зрения Конечно. это наказуемо, очень сильно. Разумею. Так как э, мастер спорта, начиная с КМСника, ой, с первого взгляда, по-моему, там предав к отношению холодного оружия. И как мне не изменяет память, там что-то по-юридически так. Вау. Ну. Поэтому у меня есть, как там говорит юридические науки, это преимущество перед другим человеком. Э -э вот, Мои руки это холодное оружие применять я в крайних мерах только для самообороны. Было недавно, пришлось применить. И то я старался кулаками не бить, потому что это ага. очень, очень травмоопасно, во-первых, для меня, потому что они очень долго заживают. И по факту кулаки очень нежные, тут очень нежные косточки, их очень много. Если их ты разобьешь, потом собрать до кучи это все, и оно потом болит но лучше это не проходить. Поэтому лучше поберечь свое здоровье, уйти от драки. Хай он идет, там пьяный, все. Если началась драка уже заварушка, если уже начинают бить, ну тогда уже надо применять э, меры самообороны. Да, это приходилось и относительно недавно. Ну, Ляпнов. Э, я не ударил. Я не ударил. Заварушка началась, как бы не начавшись. Ага. Я погасил. Конфликт. Конфликт, да, там ситуация была. Пытались, я возле банкомата стоял, там, ага. пытались меня, я так понял, мне хотели на деньги на <laughs> Вот, ну я небольшого роста, это такое часто бывает. Это и давно было такое, что у меня пытались. Заблуждаются, Конечно, да. это внешность обманчивая. Чтобы сильно быть, что треба для этого? Э, нужно знать физику. Угу. Это в плане того, что нужно быть максимально расслабленным и максимально напряжена в определенный период времени. Это концентрация энергии в одни точки. Это перенос массы тела и влаживание ее в руку. Рука только переносчик массы. Это не про замах? Без замаха. Это не про вагу? Нет. Не. И не про силу мышц. Мышцы здесь особо роли не играют. Что угу. відчував, чувствовал, когда попадал в бороду и она задремала? Чесно, коли ти розумієш, що правий прямий, наприклад, пройшов ідеально, і ось цей просто звук і людина спить. Що відчуваєш? На ринзі, я маю на увазі. На ринзі, ну що нас помнить. Чесно, оце як Красавчик. Ні, кстати, в голові нічого не проскакує. Ти ждеш завершення коли кадарефіра читає. Аут. Тогда, там, потом включаешься, что, а, все, я выиграл, да. А когда идет отчет, человек упал, идет отчет, ты стоишь в нейтральном углу, и, и, и честно говоря, ничего не думаешь. Он а, и смотришь, он встанет, не встанет, все. Вот, вот, вот это мысли. Там не выиграл, ты не проиграл, даже нет мысли, что ты попал. Ты, а, все, он упал, встанет и не встанет. Вот, 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 вот эти мысли у меня проскакивали, и все. А потом, когда аут, вот, ну, потом, а, выиграл, все, он, тогда тоже там радость. Так то, ну, Для кого цей вид спорту бокс? Він для всіх? Ну, Чи це для людей з якимось стержнем е, всередині? Я вважаю, мені каже, він для всіх. Він може стержень в чоловіка, якщо його немає. Дисципліну стержень. Для дівчат також. Ну, зараз це дуже стало популярним. Я думаю, війні сучасності, що дівчинки теж хочуть, так сказати, уміють постояти себе. Ну, я думаю, так. Да. Які силові тренування? E, можна додати до взагалі боксу. Ну, що там, я не знаю, штангу, присідання. Ну, совет для э, ударників, боксерів да, багато віджиматись, ну, можливо. E, лучше тренування, э, типу кросфіт, кругові тренування. Так як, по-перше, вирабатується функціональна виносливость, звичайна wow. спеціальна виносливость і силова виносливість. Больші веса не рекомендуються, так як. легкого удара, если ты закачаешь мышцы, в частности бицепс, как вот любят все пацаны, бицепс, чтобы большие были, он мешает при ударе. Ось так. Он, за, он зажимает. Запонятно. Зажимает, и хлесткости удара нет, то получается не удар, а толчок. Это даже говорил Брусли, царство uh -huh. небесное ему. Э, все дело в скорости. Чем быстрее будет удар, тем он будет сильнее. Вживаешь алкоголь инкулы? Нет. А є якісь продукти, які ти собі не дозволяєш, але дуже хочеться? Солодке, мабуть? Солодка це та, та, всі на особливо особливо, які ганяли вес, робили на катюгу. Ага. По поводу сладкого, это очень такая больная тема. Да, я сейчас ограничил сейчас количество еды сладкого, я сейчас ем только горький шоколад, стараюсь, или какой то натуральная сладость, то бишь... Фрукты. фрукты. Фрукты, там, и то фруктами много нельзя увлекаться, так как там фруктоза, это тоже такая своеобразная обманка, вот. Но люблю, конечно, вот сладкие торты, это, ну, Угу. Ну, стараюсь, жена старается ну, сделать правильные торты, которые можно... Е... Понятно, что увлекаться ими тоже. Что не весь шматок, так? Да, но в план, плане план, план, правильности, что там, может, без сахара, там, заменители сахара, І так далі. Mm -hmm. ну, Взагалі, сахар не вредный, але в більшому кількість хану все. Вредно. Uh, у нас з тобою ну, десь один зріст uh, до 170 см. Yeah. Ось, наприклад, нам з тобою uh, краще, частіше, наприклад, спарінгувати з людиною uh, наших габаритів чи людиною по більше? Uh, Луче повише. Моє, за мою всю кар'єру у мене не було моєго росту, моє... ні одного суперника моєго росту. На змаганнях, так? Mm -hmm. да? Вау. <laughs> <laughs> Ніколи. Я завжди маленький був. І на тренуваннях теж з високими стояв. Ну, а не. це для е, опонента, який вищі і більше. Е, навіщо йому спарингувати з тобою? Тобі цікаво з ним, а йому з тобою? Ну, манера ведення бою маленьких боксерів теж така опасна для високих. Вони в частності більш збиті, більш сильно б'ють, більш виносливі. темповики, ударники. Посмотрите на Тайсона. Тайсон був маленький для супертяжей. Падали граміли такі, що от вони такі, юркі, і координація високого вже доказана. хуже, чем координация низкого. Чем меньше конечностей, тем uh -huh. лучше координация движения. Вспомни свой самый бий. Было такое? Да, было. После того, как мне поломали нос на сборах, я поехал на чемпионат области, мне там его доломали. Вот это... это был какой-то маленький период, так? Да, это, uh -huh. ну, самое кровавое, это вот это с переломом носа, что связано. Я его поломал в самом начале карьеры, мы там Выиграл город, мы отбирались, были спарринги на чемпионат области, то бишь тренировка. И на тренировке мне парень, который уже давно занимался, ну я только начал заниматься, я отобрался в сборную города, он уже давно занимался. И так получилось, что мне на тренировочном спарринге попал в нос. И очень так сильно, что ну, был перелом. Мне откачивали там, я помню ездил в больницу, и, что я помню это гематома там, выкачивали кровь оттуда. И мне ставил вопрос, или равнять его по-живому, Oh. Или ехать на соревнования. Ну, я поехал на соревнования. А там <laughs> на чемпионате области, я помню, что было мне так тяжело, нос отек, не дышать. Дыхать и не И он же там при малейшем ударе, когда он перелом, там же он не зажил. И опять же, текла кровь. И вот тут это, я помню, что запомнилось мне очень так. Слухай, и деби, он завершается, и судьи принимают решение Ну якесь неадекватне чи можливо його скасувати взагалі в боксі як такому? Ну тому що ми бачимо інколи там навіть у супер-супер крутих поєдинках. Ти дивишся і думаєш, ну як таке можливо? Ну ми ж всі бачимо цей бій. Як приймаються всі рішення, і чи можна їх оскаржувати взагалі? Но я в Тафлане говорю, скажу, как и судья, я тоже судил соревнования. Mm -hmm. вот. В чем проблема бокса современного? Это его субъективность. Все сейчас сводится и любительские, и профессиональные на усмотрение судей. То бишь вот судья смотрит, вот, вот мне нравится этот боксер есть определенные критерии там выставление это точность попадания техника нанесения техника защиты активность вот эти все критерии выставления кто выиграл раунд но это на усмотрение конкретного человека судьи и их там трое трое и четвертый там, супервайзер который все это ну, он может на свое усмотрение или либо убрать решение тех судей, либо ну, да, скоро. Отже, взагалі такого механизма не існує, що боксер после боя... Есть есть опровержение. Но в любительском боксе опровержение должно быть такое, условия такие. Съемка боя должна вестись с четырех углов и сверху. Не на всех это соревнованиях технически возможно. Там высокого уровня там, чемпионат Европы и мира возможно. Но чемпионаты Украины, в частности, не снимаются с таких количеств камер. Там плюс должны быть эксперты но uh, ну, это очень, это, ну, я не знаю, специально, не специально это сделано, но очень сложно опровержение. А ты судею был у Ринзи, чи поза uh, Боковым судьей. Ага. Который вот считают раунды. Ну, в ринге я, рефери там свои нюансы. Я пока не хочу рефери быть там больше ответственность. Там надо все равно надо более готовиться более конкретно. Все какие-то лицензии треба Конечно. Есть, есть национальная категория, есть европейская, есть международная категория. Это рефери в ринге. Ну вообще судь, так, так. судьи. Боковые судьи с этим немножко попроще, рефери немножко посложнее, так как они отвечают за здоровье боксеров в ринге. Помимо того, что они могут еще, кстати, если какой-то спорный момент он еще может свое мнение, как судья в ринге, будучи, может э, сказать какие-то нюансы, внести в результат боя. Ну и ответственность за здоровье, то бишь, чтобы увидеть, где что там, где-то пропустил удар, чтобы не было лишней травмы, лишнего дополнительного удара и так далее. Это очень ответственность большая. Бокс в Украине – это спорт номер один? Ну, я думаю, благодаря нашей сборной золотой, которая была, да. По Сиди с единоборством, да. Угу. А Днепро – это спортивная столица? Я думаю, да. Якийсь тоді спорт у Дніпрі ми можемо назвати ось наймасовішим? Тим, що ось хлопців, дівчат багато займається, на твою думку? Ну, я думаю, все-таки футбол. Угу. Все-таки футбол, тому що ну це, по-перше, командний від спорту, тут апріорі будуть багато людей. І ну, все одно футбол. Все... популярная игра, и это его можно поиграть, где хочешь. Так как боксер бокс это такой, все равно должен быть специализированный какой-то зал, э, ринг, там и так далее. Просто подраться на улице это совсем другое, вот. А если заниматься с какими-то целями, то надо все-таки специализировать, более сложнее с этим. Поэтому футбол в этом плане легче, поэтому он более массовый, я считаю. В конфликтной ситуации требо быть першим. Лучше не доводить до конфликтной ситуации. Но, вот. но если она осталась сталось страться уйти от него без удара. Ага. если ты навер не боксер, якщо просто даже если ты не боксер, ну есть такое выражение, я не помню с какого-то э, фильма, что чем больше сила, тем больше ответственность. Вот, я не помню с какого-то фильма. Памяти. Велика сила, то велика ответственность. Ну вот если я понимаю, что я привожу человека, человеку, мне ж будет больше ответственность не на нем, даже если он ко мне там что-то лезет и так далее, лучше стараться решить все мирно. Это мое мнение. Приміняти силу, это треба в последний момент, так як я ж раніше говорив. Ну це ответственность большая. І юридична, і человеческая, по человеческим ценностям теж в тебе є 30 приблизно секунд, щоб довести. Ну, наприклад, мені що треба займатися боксом, або людям, які ось дивляться нас, і їм просто стрьом, страх якийсь бере ой, боюсь там по обличчю отримувати. Переконай, що бокс. корыстно uh, во-первых бокс это дисциплина бокс это физическое развитие бокс это преодоление страхов своих каких-то uh, бокс это умение постоять за себя за близких я считаю uh, что еще можно такое сказать uh, І ще раз по поводу страху. Страх, мені каже, це боять удару. Якщо ти передаєш, то мені передає інші удара, страхи буде легше. Це моє місце. Е, ну що ж, от такі поради. Нічого не бійтесь, друзі. Це був Нікіта Трюченко на спортіку. Ще побачимось. Сьогодні говорили про улюблений бокс.